Pronomen subject. Добро пожаловать на канал Start to Dutch. Сегодня урок грамматики. Личное местоимение как подлежащее. В предыдущем ролике мы видели, что подлежащее отвечает на вопрос «Кто что?». Jan studeert Nederlands. Jan в этом предложении подлежащее. Jan – субъект. Сегодня мы познакомимся с личным местоимением в роли подлежащего. Jan studeert Nederlands. Hij studeert Nederlands. В этом предложении личное местоимение «hij» Он заменяет Jan и используется как подлежащее. Таким образом, hij – это pronomen subject, подлежащее местоимение. De bus is mooi. Hij is мой. Hij – местоимение. Het huis is mooi. Het is mooi. Het местоимение. Pronomen subject. Pronomen subject. Единственное число. Первое лицо. Ik. Я. Второе лицо. Jij. Je. Je – это короткая форма «jij». U – это более уважительное. U. Третье лицо для мужчин – «hij». Для женщин – «zij». «З». Для объект с артикулом «het». Het. Pluralis – множество. Первое лицо множества. Wij – мы. Короткая форма. В. Второе лицо. Jullie. Вы. Третье. Zij. Короткой формы «з», «они». Сделаем упражнение. Какое личное местоимение? Welk pronomen subject? Jan en Els zijn getrouwd. Как можно заменить Jan en Els? Zij, местоимение Zij. Zij hebben twee kinderen. Jan en Els zijn getrouwd. Zij hebben twee kinderen. Какое личное местоимение? Welk pronomen subject? De bus rijdt snel. De bus можно заменить. Hij. Hij rijdt naar Antwerpen. De bus rijdt snel, hij rijdt naar Antwerpen. Welk pronomen subject? Какое местоимение для het boek? Het boek kost 20 euro. Het. Het is interessant. Welk pronomen subject? Какое местоимение? Els en ik zijn studenten. Как можно заменить Els en ik? Wij. Wij studeren Nederlands. Els en ik zijn studenten. Wij studeren Nederlands. Короткая форма тоже можно. We studeren Nederlands. Welk pronomen subject?
какое местоимение для Карл? Карл is leraar Nederlands. Hij geeft les aan Hagop en Marjan. Hij doet заменяет Карл. Welk pronomen subject? Какое местоимение для Марьям? Марьям gaat naar niveau 1.2. Zij. Zij spreekt al goed Nederlands. Короткие формы. Ze. Ze spreekt al goed Nederlands. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк. Если вам понравилось видео, или дизлайк, если не понравилось, и подпишитесь, если хотите знать, когда появится следующее видео. Пока!